приветствую вас на своем канале. Сегодня я хочу рассказать вам о посылке с сайта AliExpress. Это пришла мне красивая бижутерия, и продавец прислал вот такие вот желтые мешочки, замечательные в подарок. Итак, что же здесь за бижутерия? Итак, это вечерний вариант бижутерии. Бижутерия оказалась очень красивой. Заказ сделался из-за вот этой бижутерии под жемчуг. Здесь вот достаточно такой тяжелый металл, очень так качественно сделано. Потом вот здесь вот такие застежечка, вот такая собачка. Смотрится очень хорошо, прям под горлышко на шейке. Сережки, вот сережки. Здесь вот гвоздик, естественно. Смотрится очень красиво. В довесок к этой бижутерии, то есть вот это все вместе, вся бижутерия стоила где-то, по-моему, $16. И условие было, надо заказать на $15. Продавец выслал очень все быстро, достаточно качественно все пришло, в хорошем состоянии. Итак, вот камера сейчас фокусируется. Итак, вот у нас такая бижутерия, вторая черная, с такими камушками. Очень красивая. Застежечка здесь уже вот простая. Тоже сережки сзади, гвоздики. Очень красиво смотрится, нарядно, торжественно. И вот подобное в красном варианте. Тоже здесь гвоздики. Застежка такая же, как в черном. И вот здесь тоже металлическое все. Вот такие красные камушки вставлены. Тоже такие блестящие камушки. Смотрится очень красиво, элегантно. Поэтому вот такая покупка получилась. Ради одной все делалось. Но вот эта остальная бижутерия тоже меня очень порадовала. Очень красиво смотрится. Рекомендую продавца. Продавец прислал в подарок вот эти вот мешочки желтенькие, в которые можно потом бижутерию складывать. Итак, вот такие мои заказы бижутерии. Спасибо всем за внимание. Всем всего доброго. Подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!